я с вами был Киртан World of Games. Сегодня мы, вернее, даже если смотрите это видео, значит, у вас проблемы с Orange и у вас не загружается обновление. Вот, видим, сейчас только что я решил сделать видео, потому что у меня ошибка мастер установки, короче, не устанавливается. Ну, я полазил в YouTube и везде говорят одно, там какие-то порты, ну, короче, какие-то, ну, там надо всякой, короче, заморочки куча, ну, я сделал проще. То есть я сделал проще. Сейчас мы с вами каком-то, кстати, мы сейчас все это удалим. Сейчас зайдем в панель управления. Так. Вот, мы заходим в панель управления. Сейчас закроем это все, шумно, потому что это все бесполезно, это потеря времени. Я вам покажу, что это как бы работает. Да, так, вот, мы заходим в панель программы. Программа компонента. Заходим, удаляем нафиг Orange. Просто удаляем. Да, удалить. Готов. Заходим потом. Заходим потом компьютер, диск C, программ файлос 86. Так, где он здесь? Вот он, Origin. Удаляем отсюда его нафиг. Так, понятно, короче, не удаляйте, да? Не хочет он у нас удаляться. Его надо удалить, короче, отсюда. Сейчас я его удалю за счет другого. Зайдем. Просто большая проблема, как здесь идет. Так, инвокер у нас есть. Сейчас мы удалим инвокера, наверное. Так. Компьютер. Диск C, программ файлс. Так. Окей, действие удалить. Объект удален. Так, сейчас мы зайдем опять туда. Программ файлс. Как видим, мы все удалили. Ну, если честно, я бы на вашем месте, конечно, сделал бы еще вот так вот. Очистил корзину, открыл, если у вас есть клиент, это реестр, возможно, поиск проблемы. Ну, бывает из-за того, что какие-то сбои у нас, ну, частенько просто бывает, что, видите, у нас неверные правила Брадмауэра. Короче, такие вот у нас ошибочки бывают, исправить, нет. Ну, это у кого есть, а у кого нет, это чисто символически так, исправить отмечено. Так. Что мы делаем дальше? Мы заходим. Мы сейчас найдем. Origin сейчас найдем. Сейчас скажу, что это как бы работает. Это у них всегда такая беда. Вот всегда. Так. Войти. Так, библиотека. Вот, установить Origin. Ну, я, в принципе, отсюда просто. Я просто загружаю отсюда. Сейчас мы загрузим вот это дело. Сейчас он так, тут быстро. Так, открыть, запустить. Она сейчас откроется. Он.
откроется захват экрана видео. Установить. Хочу сказать, ребята, сбой здесь. Я уже второй раз, у меня такая проблема. То, что у меня не устанавливается обновление. Просто тупо не устанавливается. Вы просто не можете зайти, потому что он работает у вас, как вам сказать, в режиме. Короче, онлайн вы не поиграете. Сейчас это не дома, но я просто покажу, что это работает. И, то есть это я почему вам показываю? Может быть, тут скажет глупость там, то есть вы знаете. Просто много в YouTube показывают, что надо какие-то заходить, чтобы обновлялся, что-то скачивать, куда-то заходить там. Порты. Короче, у меня никак, что там в YouTube вот это я находил, гайд тут именно обзор, не знаю, как вот по обновлению, что не обновляется, не можем зайти, она зависает, висит в режиме, как сказать, в том режиме, что вы просто можете зайти посмотреть, но вы не можете поиграть. Вот. Сейчас я вам показываю, что самый, мне кажется, вариант это сделать вот так. Сейчас еще чуть-чуть она загрузится. Так, вот она загрузилась у нас. Открыть, да. Почему? Что-то не подключение к интернету, есть у меня подключение. Почему не работает? Я хочу, чтобы вы увидели, что вот, пожалуйста, у меня все работает, то есть библиотека, игры, все запускается, вот, они все, то есть я их могу даже запустить, а запустить я вам сейчас, вот, да, упустим даже Battlefield, так, играет, сейчас у нас сохранили, короче, дальше покажу захват экрана, что это так, что это работает. Сейчас скажите, что я сделал, добавить. Так, я забыл все добавить, а. Так, ну вот видим мы сейчас. Сейчас я включу. Видим, что у нас она запустилась, то есть все, мы ее переустановили, больше нечего, то есть всякой, то есть заниматься там проще вот так, то есть вот все работает, мы зашли и у нас все нормально, вот, то есть все отлично. Вот, ну с вами был Дукит, канал, вот, если кому-то помогло, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, до новых встреч.